не пугайтесь, что они так шумят. Такой у них характер. На самом деле они добрые, просто слегка резкие. Но свободные. Свобода, она всегда немножко такая резкая, на самом деле. Просто к этому нужно привыкать. Пойдем. Конечно, пойдем. Если нас зовут, так почему не идти? Кто-то говорил, что он не уйдет. Поди, кто-то собирался его ловить. Ты передумал. Он умеет, он нам даже сказал слово. Они уже оттуда. Оба-на! Солнце скатилось. Ничего, освоится! Попривыкнешь! Мы тоже поначалу так были! Нет, ты заблуждаешься! Оно там! В одном туннеле. Thank you.
Слушай, подожди. А который сейчас час, а? Какой сентиментальный. Насморк. Ты парень не как с Марс. Может, уже можно войти? Нет. Так думаю. Thank you.
Здравствуйте. Сердце, поверьте. Но они живые. И они красиво смотрятся там, где они живут. В клетках немножко жутко. А это не живое. Это счетчик и так далее. Но мы это используем тоже. Это не вот и не. Я не знаю, что это. Я сам неграмотный, вы знаете. Нет ли у вас каких-нибудь новостей для наших друзей? Новостей для забытых костей. Шутка. Да, они еще так. Я когда первый раз попал к ним, они меня угощали постоянно всем подряд. В общем, все так суетились, угощали, и все угощения постоянно падали, роняли. В конечном итоге я оказался весь, чем-то таком непонятным. Все веселились. Там, где они живут. И, кстати, он же Борис, по-нашему. Вот. И, ну, они странные немного. Сейчас у них небольшая беда. У них там, у них нет воды. Ну, точнее, перебои с водой. И там что-то происходит. Я не могу понять, что. Я думаю, что мы расспросим и поможем по-своему. Потому что у нас тоже что-то происходит. И мы также нуждаемся в собственной помощи. Но я думаю, что мы вместе, мы справимся. Вот. Подождите, я договорюсь. Дело в том, что дело тонкое, потому что ну, мне нужно переговорник. Бог бережет. То есть, если человек береженный, то с ним ничего не случится. Он говорит, быть или не быть. Вот в чем вопрос. Достойно ли смиряться под ударами судьбы или нужно оказать сопротивление? Трава. Перефразирую Гамлета, который говорил слова. Понимаете? Вопрос
Это не человеческий вопрос, быть или не быть. Человек это решает. Быть! А вот когда смиряться, а когда сражаться, вот вопрос для Гамлета и человека. Понимаете? А нам дурят мозги. Всю жизнь. Нам говорят, быть или не быть, очень вопрос. Там нет этого вопроса. Читать надо дальше. Оборвано. Так же и с поговоркой, мы уже говорили. Век живи, это век учись, да. И дураком помогай. Это и есть настоящая свобода, когда ты можешь своему другу сказать, стой, ты делаешь что-то не то. Хорош, ты просто говоришь ему прямо, а не мямлишь там что-то такое. Знаешь, если тебе нужен сахар, то ты мне говоришь, есть ли у тебя сахар? Ты ему говоришь, дай мне сахар. Зачем этот предыдущий вопрос? Он может сказать, есть, но я тебе не дам. Да? То есть это не вопрос, он не нужен. Понимаете? Ну, много ненужных вопросов. А все чего? От смущения, да, нет? Мы против парниковых жизней, парниковых пикников. То есть у нас о чем говорит? Он говорит о том, что нужно быть свободным. И не бояться. Не бояться. Наш друг, о котором мы уже говорили, которого зовут Христос, он сказал, я пришел, чтобы избавить мир от страха. Почему до сих пор страх присутствует здесь? Я не понимаю. И нас все пугают. Распугают и пугают. Знаете, что такое страх Господень? Я прочел в Библии. Страх Господень – это радость и веселье сердца. У меня опять оборванный цитат. Вот что такое страх Господень – это радость и веселье сердца. Страх – это когда ты боишься сделать больно любимому существу. Вот твой страх. Вот что твой страх. А не то, что когда ты его боишься. Вот любимое существо, которого ты боишься. Это не любимое существо. Это как утвора. Да, ты его боишься. Не бойся. 2000 лет назад он сказал, все, я победил страх, я победил смерть. Мы до сих пор боимся не смерти даже, а жизни. Мы боимся завтрашнего дня. Когда у нас есть деньги в кармане, нам кажется, что завтрашний день будет. Это глупо. Когда у нас их нет, мы начинаем думать, что мы будем делать завтра, что мы будем есть. Птицы небесные не жнут, не сеют, а кормят и имеют. Неужели вы хуже этих птиц? Вы лучше. Если так можно сказать, птицы тоже хороши. Но вы люди. То есть вы по образу и подобию Божьему сделать. И вы его друзья, вы можете быть его друзьями. Потому что слуги не пребывают в доме вечно, а сыны пребывают вечно. Будьте сынами. А для того, чтобы быть сыном, нужно быть свободным, а не парниковым. Потому что это лукавство. На самом деле. Понимаете? Много я говорю слов. По неопытности твоей. Я хочу сказать, так, чтобы вы поняли. А пока болтаю много. Вот. Ну, может быть, будет мне дары толкования. Я все понял однажды в жизни, когда мне показалось, что уже конец. Мне казалось, что все. Я думал, что я умираю. И я как бы умер. И тогда только началась настоящая жизнь. Я вдруг все увидел. Но опять же говорю, я все знаю теперь, очень много знаю. Но толку от этого никакого нет. Потому что я знаю то, что я знаю. И у меня нет любви, я не могу. Любовь это... То, что делают вместе. Один не может делать любовь. Понимаете? То есть она рождается. Рождается, постоянно она рождается и никогда не умирает. А об этом сейчас и поют наши друзья. Скажите, пожалуйста, как насчет вот этой трубы, если мы оператор туда играем? Как бы туда сказать, всегда есть возможность.
Давайте переодевайся. Голову покушай. Yeah.